Всех приветствую на своем канале. Сегодня поговорим о такой распространенной проблеме, как стресс. В современном обществе понятие стресс уже давно перешло из разряда научных терминов в повседневный обиход. Более того, данное состояние занимает лидирующие позиции среди факторов риска развития большинства заболеваний. Гипертония, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, язва – вот далеко не полный список недугов, развитие которых способен ускорить сильный или длительный стресс. По данным исследования, примерно 70% населения постоянно находится в состоянии стресса, но я думаю, этот процент намного выше. 7 из 10 человек хотя бы раз в жизни сталкивались с синдромом хронической усталости. А если вы себя считаете стрессовым устойчивым человеком и думаете, что никогда не испытывали стресс, и ваша нервная система в полном порядке, то обратите внимание вот на такие проявления со стороны вашего организма. Сейчас на экране появятся симптомы, да, и проанализируйте, было ли у вас что-то подобное. Допустим, расстройство желудка, тяга к курению, к алкоголю, учащенное сердцебиение, усталость, слабость, депрессия, гнев, тревога, перепады настроения, негативные повторяющиеся мысли и так далее. Если у вас что-то есть из этого, то ваша нервная система точно требует к себе повышенного внимания. Существует масса способов восстанавливать свою нервную систему. Это и спорт помогает, да, разного рода массажи, медитации, дыхательные практики, йога. Но очень часто люди забывают о том, что дефициты организма тоже могут приводить к нарушению работы нервной системы. Итак, какие же добавки необходимы нам для стрессоустойчивости и для восстановления нервной системы? Это в первую очередь лецитин. Что такое лецитин? Наверное, все уже знают. Лецитин – это строительный материал для клеток центральной нервной системы. Мозг на 30% состоит из лецитина. И недостаток лецитина приводит к тому, что у вас часто чувство раздражительности, усталости. И это все может привести к нервному истощению, даже вызвать слабоумие, такие болезни, как болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие не менее, да, неприятные тяжелые заболевания. Лецитин от компании Nespi, который я использую, это натуральный полностью продукт. Тут нет никаких вредных химических там компонентов, да, в отличие от всем известных аптечных средств. Тут только желатиновая капсула и соевое масло, которое очищено от фитоэстрогенов и не содержит ГМО. Вот так вот выглядит капсула желатиновая. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот желатиновая капсула. Ее можно глотать. Я также даю своим детям. Они их разжевывают, рассасывают и тоже... Для них это очень хорошая добавка, да, пищевая, биологически активная, потому что лецитин – это не только поддержка нервной системы, но он необходим еще для умственной деятельности, да, когда дети ходят в школу, для развития мозга. Кроме того, если у вас есть проблемы с бронхолегочной системой, лецитин тоже необходим, потому что суфракан, да, – это та ткань, которая выстилает легкие, лецитин ее восстанавливает. Далее у меня магний в магнехилатной форме. Тоже про магний знают, наверное, практически все, что это первый помощник при нервозности, при нервном напряжении. И магний, он обеспечивает стойкий эмоциональный фон, улучшает качество сна, нормализует функционирование мозга, стимулирует процесс выработки энергии. Но когда выбираете магний, обязательно обращайте внимание, чтобы он был в хелатной форме. Да? Почему? Потому что именно хелатная форма усваивается организмом на 85-100%. Потому что у меня был опыт употребления магния B6 из аптеки всем известного. Да? Там форма другая, и эффект от него я не почувствовала. Когда у вас дефицит магния, то это проявляется как нарушение сна, повышенная утомляемость, раздражительность, необъяснимая тревога. И еще есть такое частое состояние при дефиците магния – это спазм икроножных мышц. Поэтому, если вы за собой что-то замечали подобное, да, обратите и на магний. Магний от компании Nespi, который я использую, он идет тоже в капсулах.
внутри капсулы магний в хелатной форме. Сама капсула тоже желатиновая, и тут еще идут такие добавки, как стеарат магния, это из растительного сырья, да, антислеживающий компонент, который тоже безвреден. Удобная дозировка по 100 мг в каждой капсуле. Эти капсулы можно растворять в любом напитке и тоже давать детям. И третий продукт, который мне тоже очень нравится, это комплекс с валерьяной. Там идут три полезные травки для нашей нервной системы. Это валерьяна, шишки хмеля и пассифлора. Комплекс валерьяны может применяться ситуативно, ну то есть чувствуете, да, что у вас не можете заснуть долго, можно принять, да, этот продукт. Она уменьшает нервное напряжение, головные боли. И это уникальная вообще фитоформула, которая отличается от других подобных успокаивающих средств, потому что она способна снижать чувство страха, головные боли, судороги, мышечные спазмы. И в отличие от транквилизаторов, да, которые тоже популярны сейчас, но у транквилизаторов есть большой побочный эффект. Это привыкание, да, и при отмене ваши все симптомы, они возвращаются. Ну и помимо того, что симптом отмены есть, да, так еще есть куча побочных вредных компонентов в транквилизаторах химических, которые влияют на весь организм очень негативно. Комплекс валерьяны, что еще удобно, там тоже идут такие капсулы, растительные капсулы, желатиновые, и внутри вот такой вот порошочек из вот этих вот полезных растений, которые я вам перечислила. Там только высушенные растения, причем именно концентрат, да, только те активные компоненты перечисленных трав, которые обладают этими вот свойствами успокаивающими. Этот комплекс можно глотать, да, запивая водой. Я использую его как чай, то есть завариваю капсулу горячей водой и пью. Вот, и очень хорошо помогает засыпать, если я чувствую, что сон не идет, да, что много мыслей в голове. Поэтому очень советую обратить внимание на этот комплекс тоже. Вот три продукта, которые, я считаю, должны быть в аптечке, да, у каждого человека. И вообще есть у этой компании NSP целая программа антистресс, да, если вы хотите узнать подробнее о ней, то пишите в комментариях, я вам отвечу. Также все эти продукты можно заказать с очень хорошей скидкой, скидка 40%, для этого нужно оформить дисконтную карту, как, да, в любом магазине, вот у нас в Магните, Пятерочке, да, все пользуются дисконтными картами накопительными. Эта карта дает постоянную скидку 40%. Вы можете делать заказы на официальном сайте, используя эту карту. Либо есть склады в каждом крупном городе России, Украины, Белоруссии, где вы приезжаете, предъявляете свой дисконтный номер и забираете необходимые вам продукты. Если, да, есть какие-то вопросы, можете писать в комментариях. Я оставлю все в описании все свои ссылки на соцсети, на чат в Телеграм, где я также пишу подробно о продуктах компании NSP. Там есть продукты для всех органов и систем, для профилактики нашего здоровья, для лечения. Вот, очень много интересных продуктов, поэтому советую обратить внимание на эту компанию. В описании укажу ссылку, как оформить дисконтную карту, поэтому проходите в описание, да, смотрите, какие-то будут вопросы, обязательно пишите.